В общем, доброе утро, народ. Пятница. Пятница. Вот передо мной стоит вот это вот, да, вот это вот дело. Это парковочный карман, параллельная парковка. Как хотите, обзывайте. Мне, в принципе, это парковочный карман. Дальше. На экзамене есть две параллельные парковки. Одна передом вдоль бордюра, другая задним ходом вдоль бордюра. Все понятно. Вот это задним ходом. То есть передним, когда ходом вы делаете, это делать легче. Ну, потому что там расстояние большое, площадка какая-нибудь будет или что-то типа того. Делать саму параллельку вот такую сложнее. В чем сложность? Да нет, на самом деле, никакой сложности. Все делается легко и просто. Неважно, какой у него габарит у этого парковочного кармана. 2,5 на 7,5. 2,5 на 6,5. Без разницы. Без разницы. Главное, 6 метров, чтобы было. Больше, чем 6. Тогда ты точно туда влезешь. На приоре, на гранте, ну, седаны, да? Ну, приора седана от приора хэтчбека ничем не отличается, если что. И самые распространенные ошибки, которые у нас совершают курсанты. Первая ошибка – это они забывают опустить вот это зеркало. То есть, вот я его сейчас поднимаю, вот я его опускаю. Они забывают это опустить и начинают это делать на самом экзамене. А на экзамене это лучше самом уже, ну, это поздно, поздно. То есть, ты не готов, оказывается, был к тому, чтобы начать движение. Когда он говорит тебе, готовы, приступайте. Вот я готов, у меня руль, да, я вот сижу на месте водителя и мне надо сюда поставить машину задним ходом, учитывая, что я могу использовать первую передачу один раз. Так вот, когда это надо сделать, в какой момент получится такая ситуация, что мне нужно поставить первую? Едем вперед, да. Насколько ехать вперед, опять же, вот этот колышек, на котором сидит птичка. Птичка, я татарин, мне так говорить можно. Его нужно увидеть обязательно вот в этом зеркале. Вот этот, с кирпичиком как раз. Вот, все. Боковой интервал. Бывает он ошибкой, бывает он помогает. Но сейчас у меня это не будет ошибкой. Я покажу просто, как любой боковой интервал, он превращается ни в ничто. Мы же видим основание колышка. Закручиваем руль в упор направо. В это зеркало еще не смотрим. Смотрим пока сюда. Наша задача убедиться, что мы его не сбиваем. Вот я его боюсь сбить, да? Я выпрямляю руль и просто прямыми колесами подъезжаю, ставлю бампер напротив него. Все. Любой боковой интервал. Ваша задача просто увидеть, когда вы уезжаете туда вперед, основание этого колышка. Дальше что делаем? Закручиваем руль в упор направо. Смотрим теперь уже в это зеркало. Здесь нужно увидеть третий конус. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. То есть я сейчас специально накосячил и специально его переехал. Это исправляется не путем переключения передачи на первую. Это исправляется рулевым колесом. Крутим в упор налево. Тут еще же ширик стоит. Закрутил в упор налево. И что делаем? Просто двигаемся назад и скрываем ненужное нам расстояние. Вот так хочу. То есть вот так я сейчас вижу. Вот так, как касается корпуса, как будто бы этот колышек. Ну, до него же помним, да, в проекции далеко. Все. Руль выпрямляем. Два оборота делаем направо. Пойдет. Следующая распространенная ошибка – это не вовремя останавливаются. То есть, когда нужно остановиться, вот видите, вот этот колышек с двумя кирпичиками. Вот он вместо курсанта как-то вот так выглядит. Вот его надо подогнать, смотря на него, то есть, сделать примерно посередине водительской двери. Вот где-то так. Накосячим, сделаем дальше. Вот так вот, а ну и вот так. Вот я накосячил, сделал его дальше. Я сейчас в этом зеркале вижу то, что у меня до колышка расстояние уже минимальное. Что делаем? Закручиваем руль в упор на лево. Можно по-другому, можно чуть-чуть вперед поставить первую, уехать вперед. Но если ты потом заново накосячишь, тебе опять не дадут возможность поставить первую. Поэтому первую пользуемся только в том случае, когда именно нужно это сделать. Смотрим снова в это зеркало. Ага, близко колышек, боюсь, что я его собью, вот следующий конус. Что делать сейчас? Вот оно время, когда надо поставить первую. Вытаскиваем заднюю,
ставим первую, перекручиваем руль в упор направо. Колышек видно? Колышек видно. Вот их надо закрыть. Как только колышки закрылись, запоминаем, до них еще от места водителя, от бампера до них плюс-минус 30 сантиметров. Все, 30 сантиметров. До них еще там запас есть на самом деле. Дальше что? Снова включаем заднюю. Руль перекручиваем в упор налево. Смотрим в это зеркало. Ага, колышек мы уже не сбиваем. И видно даже последний. Выравниваем машинку, чтобы она была поровнее относительно колышков. Выпрямляем руль. И теперь, чтобы не сбить вот этот колышек, когда будешь выезжать, отъедь назад. Так, чтобы вот я сейчас с места водителя вижу его вот так. То есть мне вот так вот, ну, почти я высокий, да. Вот там пониже люди, думаю, ну, вот так вот пускай его видят. То есть вот от этого расстояния мне вполне хватит, чтобы выехать отсюда и не сбить вот этот колышек, около которого припаркован кирпич. Закручиваем налево и выезжаем. Плюс не забываем, при движении задним ходом включаем поворотник и при выезде включаем поворотник. Все, вот выехал, ничего мы тут не сбили. Все, уехали. Все по красоте. Вот такое получилось видео. Спасибо большое за просмотр. Если ты еще не подписан на этот солидный канал, самое время это исправить и подписаться.